Мы женаты. Два раза в неделю мы рассказываем о парах, которые совсем недавно сказали друг другу взаимное «да». Самую красивую историю выбирают телезрители. Герои нашего сегодняшнего сюжета – Александр и Юлия Калашниковы. К своей свадьбе шли долгих 8 лет. И получилась она, по их мнению, сказочной. Шумная компания, любовь к бассейну. Так познакомились Александр и Юлия Калашниковы. Симпатия друг к другу у них возникла уже на второй день знакомства. А проверить чувства пришлось скорым и длительным расставанием. Ну, мы долго к этому шли на протяжении долгих 8 лет. Были вместе дней 10, и потом мы с друзьями провожали Сашу в Китай. Он улетал учиться, а я... поступила уже на второй курс тогда и училась в Новосибирске. 4 года Саша и Юля были на огромном расстоянии друг от друга. Общались больше по телефону, а встречались 2 раза в год на летние и зимние каникулы. Так что их любовь прошла испытание и временем, и расстоянием. Чувства не угасли, появилась лишь уверенность друг в друге. Ну, я бы, честно, никому не пожелал, это очень тяжело. Я не знаю, как бы то... смогли пройти и пережить. Предложение своей избраннице Александр делать не спешил даже после долгой разлуки. Чтобы прийти к этому решению, ему потребовалось еще 4 года. Все решилось в новогоднюю ночь. Надо же подарок было делать, но я постоянно работаю, мне некогда было его покупать. Я заехал, купил кольцо, вот и все. Конечно, я сразу согласилась. Мы сразу позвонили родителям всем. Мы по WhatsApp звонили, я так пальцем: смотрите, смотрите. Свою свадьбу чита Калашниковых считает сказкой. Даже скупое мужское «великолепное» звучит как-то исчерпывающе. Но когда ты это вот заходишь, я даже сейчас говорю, у меня мурашки идут. Ты когда заходишь и это все видишь, и вот просто, господи, это все наше, как это классно. Ну то есть вот эмоции прям непередаваемые, все было вот прям... настоящая сказка. Вот так. Над созданием сказки Саша, Юля и свадебные распорядители трудились почти полгода. Обсуждали и продумывали каждую деталь – интерьер, оформление, наряды и прочие мелочи. Торжество получилось сказочным и волшебным, как и планировали молодожены. Теперь они всерьез задумались над расширением своей семьи. Одновременно мальчика и девочку. Это прям вот идея фикс. Ну, вообще, на самом деле, я Саше пела песню на свадьбе, и там была фраза «иметь красавицу-дочку и пацанов-спортсменов». Саша и Юля мечтают о большой дружной семье. В воспитании армии детей им помогут родители. Появление внуков они ждут с большим нетерпением. К слову, терпение – это основное качество семьи Калашниковых, и это они уже доказали на практике. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин, «Местное время». Все сюжеты размещены на наших страничках в социальных сетях, Одноклассниках, ВКонтакте и Инстаграм, а также на сайте телекомпании «Актис». Победители определяют только зрители. Поддержите участников, подписывайтесь на страницы и оставляйте лайки. Лидеры проекта «Мы женаты» станут обладателями ценных подарков. А если вам есть что рассказать, становитесь и сами участниками проекта «Мы женаты».